Сегодня состоялась большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На мероприятии были аккредитованы более 300 российских и зарубежных СМИ. Большинство вопросов касалось ситуации в Украине и отношений России с западными странами. Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона по-прежнему выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. Участники должны действовать в соответствии с Минскими соглашениями и прекратить огонь на юго-востоке страны. В частности, об этом пойдет речь во время встреч глав МИД в нормандском формате, которая состоится уже сегодня вечером в Берлине. Что касается антизападных санкций и взаимоотношений с США, Лавров отметил, что Россия по-прежнему заинтересована в сотрудничестве и не собирается идти по пути изоляции, несмотря на то, что некоторые страны прикладывают для этого немало усилий. Американцы взяли курс на конфронтацию, абсолютно некритично оценивают свои собственные шаги. И вчерашнее послание, выступление президента Обамы показывает, что в центре философии стоит только одно: мы номер один. И все остальные должны это признать. Но это немножко не современно и не отвечает нынешним реалиям. Показывает то, что Соединенные Штаты хотят все-таки доминировать в мире, а не быть даже первым среди равных.